Итак, друзья, новелла 53. Брат Ринальдо балуется со своей кумой. Муж застает брата Ринальдо у нее в комнате, а брат Ринальдо уверяет, будто он заговаривал глисты у своего крестника. Вы должны знать, что в Сиене жил когда-то очень милый юноша из почетной семьи по имени Ринальдо. Он был сильно влюблен в одну свою соседку, очень красивую женщину, жену богатого человека, надеясь, что если найдется случай поговорить с ней, не возбуждая подозрения, он добьется от нее всего, чего желает. И не находя иного тому средства, он решил сделаться ее кумом, так как она была беременна. Сблизившись с ее мужем, он сказал ему о том наиболее приличным, какой нашел способом. И это уладилось. Когда таким путем Ринальдо стал кумом Мадонны Агнессы, он получил более видимый предлог говорить с нею. Он, ободрившись, дал ей на словах понять свои намерения, которые она давно угадала по движению его глаз. Но это мало послужило ему на пользу. Хотя дама услышала о том не без удовольствие. Вскоре затем случилось, что Ринальдо, по какой бы то ни было причине, пошел в монахи. Какую пользу себе он в том не находил, только он монахом и остался. И хотя с тех пор, как он стал монахом, он отложил несколько в сторону любовь, которую питал к своей куме, равно как и некоторые другие свои суетности, тем не менее, с течением времени вернулся к ним, не покидая рясы, и снова стал находить удовольствие в том, чтобы красоваться, одеваясь в дорогие ткани, был во всем щеголеват и принаряжен, стал, слагал канцоны, сонеты, баллады, пел и был полон других подобных же затей. Но что говорить о Ринальдо, о котором идет речь? Где те, которые не делали бы того же? О, позор нашего испорченного света! Они не стыдятся являться тучными, с цветущим лицом, изнеженные в платьях и во всем остальном. Выступают не как голуби, а гордо, словно петухи, подняв гребень и выпятив грудь. И станем говорить о том, что их кельи полны баночек с разными мазями и притираниями, коробок с разными сластями, склянок и пузырьков с пахучими водами и маслами, кувшинов переполненных, переполненных мальвазией, греческими и другими дорогими винами. Так что, глядя, кажется, что это не монашеские кельи, а маскательные и парфюмерные лавки. Хуже того, им не стыд, если другие знают, что у них подагра. И кажется, будто другие не ведают и не понимают, что великие посты, простая в небольшом количестве употребляемая пища и умеренная жизнь делают людей худыми, тощими и большую частью здоровыми. А если и заставляют их заболевать, то, по крайней мере, они болеют не подагрой, против которой советуют обыкновенно как средство целомудрия и все остальное. Пристойная жизнь скромного монаха. И они думают еще, будто другие не знают, что кроме воздержанной жизни, долгие бдения и молитвы и бичевания по необходимости делают людей бледными и жалкими, и что не святой Доминик, ни святой Франциск не имели по 4 рясы на человека и одевались не в цветные и другие тонкие сукна, а в рясы из грубой шерсти и естественного цвета, чтобы укрываться от холода, а не красоваться. Обо всем этом да промыслил Господь, согласно с духовными нуждами тех простецов, которые их кормят. Но вернемся. Когда таким образом брат Ринальдо вернулся к своим прежним вожделениям, он начал очень часто посещать куму. И так как отважности в нем прибыло, и с большей настоятельностью, чем прежде, стал он приставать к ней с тем, чего от нее ожидал, добрая женщина, видя, что он сильно упрашивает, и что брат Ринальдо, на ее взгляд, стал чуть ли не красивее прежнего, прибегла однажды, когда уже уж очень он к ней приставал, к тому, что делают все желающие уступить в том, о чем их просят, и сказала: «Как, брат Ринальдо, разве монахи такими делами занимаются?» На это брат Ринальдо ответил: «Мадонна, когда я скину с плеч эту рясу, а я снимаю ее очень легко, я покажусь вам таким же мужчиной, как и все другие, а не монахом». Дама, осклабившись, сказала: «Бедная я, ведь вы мне кума,
Как такое возможно? Это было бы очень нехорошо. И я часто слышала, что это очень большой грех, не будь того, я, наверное, сделала бы, что вы желаете. На это брат Ринальдо сказал: «Глупая вы, если отказываетесь по такой причине. Я не говорю, чтоб это не был грех, но Господь прощает покаявшемуся и больше. Ну скажите мне, кто более родной вашему сыну, я или крестивший его? Я ли крестивший его, или ваш муж, его произведший?» Дама отвечала: «Муж мой, ему более сродни». «И вы правду говорите, — сказал монах. — А разве ваш муж не спит с вами?» «Разумеется, — отвечала дама. — Коли так, — сказал монах, — и я менее родной вашему сыну, чем ваш муж, так и могу спать с вами, как и ваш муж». Дама, не знавшая логики и нуждавшаяся лишь в небольшом побуждении, поверила этому. Либо притворилась поверившую, что монах говорит правду, и отвечала: «Кто сумел бы возразить на ваши мудрые речи?» Затем она решилась, несмотря на кумовство, отдаться желаниям монаха, и они не только начали это с первого раза, но, находя под прикрытием кумовства более удобства, ибо подозрение было менее, много и много раз сходились в кубе. Случилось однажды, что брат Ринальдо пришел в дом дамы и, увидев, что там никого не было, кроме ее служанки, очень красивой и миловидной, послал с нею своего товарища на голубятню, чтобы тот научил ее покаянию. А сам с дамой, у которой был ребенок на руках, вошел в ее комнату, где, запершись, они сели на бывшую там кушетку и стали забавляться. Когда они пребывали таким образом, вернулся невзначай кум. Никем не замеченный подошел к двери комнаты, постучался и позвал жену. Услышав это, Мадонна Агнеса сказала: «Я погибла. Пришел мой муж, теперь он догадается, какова была причина нашей близости». А брат Ринальдо был раздет. Ну, то есть без рясы и наплечника. В одном из поднем платье, как услышал это, сказал: «Вы правду говорите, если бы я был одет, какое-нибудь средство нашлось бы. Если вы отворите ему, и он найдет меня в таком виде, никакое изведение не будет возможно». У дамы быстро явилось на помощь одно соображение, и она сказала: «Одевайтесь-ка. И как оденетесь, возьмите на руки своего крестника и внимательно слушайте, что я стану говорить, так, чтобы ваши слова согласовались с моими. Остальное предоставьте мне». Почтенный человек продолжал еще стучаться, когда жена ответила: «Иду!» Встав и подойдя к двери комнаты с веселым лицом, она отперла ее и сказала: «Муженек мой, скажу тебе, что брат Ринальдо, кум наш, здесь. Господь послал его к нам, потому что не приди он, мы, наверное, потеряли бы сегодня нашего сынка». Как услышал это, простак святоша чуть не сомлел и говорит: «Как так?» «Муж мой, — отвечала жена, — сначала он внезапно обмер. Я уже думала, что он скончался. Не знала, что начать и что сказать, как на ту пору пришел брат Ринальдо, кум наш, и взяв его на руки, сказал: „Кума, ну это что, это у него глисты в теле, подошли к сердцу и легко могут причинить ему смерть. Ну не бойтесь, я их заговорю и всех уморю. И прежде чем я уйду отсюда, вы увидите, как ваш ребенок будет так здоров, каким вы не видели его никогда. А так как ты был нам нужен для того, чтобы прочесть некоторые молитвы, а служанка не знала, где тебя найти, он велел своему товарищу прочитать их на самом высоком месте нашего дома. Он же и я вошли сюда. Но так как при таком деле никому не следует быть, кроме матери и ребенка, мы заперлись здесь, дабы никто нам не помешал. И теперь еще он у него на руках. Я думаю, он того только и дожидается, чтобы его товарищ кончил молитвы. И должен быть все уже сделано, потому что ребенок пришел в себя». Святоша поверил всему этому. Так разобрала его любовь к сыну, что он не понял обмана, устроенного ему женою, и с глубоким вздохом сказал: «Так, я хочу пойти посмотреть на него». «Не ходи, — говорит жена. —
Ты, пожалуй, испортишь, что уже сделано. Подожди, я пойду посмотрю, можешь ли ты пойти туда. И позову тебя. А брат Ринальдо, который все слышал, успел спокойно одеться, взял ребенка на руки. И когда все устроил, как ему было надобно, крикнул: «Эй, кума! Тебя ли я там слышу?» «Да, да, миссера, ответил Святоша. «Пожалуйте сюда», — сказал брат Ринальдо. Святоша пошел туда, а брат Ринальдо говорит ему: «Вот ваш сынок. Он, по милости Божией, здоров. А я был убежден, что вам не увидеть его вечером в живых. Может быть, велите поставить восковую фигуру его роста во славу Божию перед статуей мессера святого Амвросия, по заслугам которого Господь оказал вам эту милость». А ребенок, увидев отца, подбежал к нему, ласкаясь, как то делают малые дети. А тот взял его на руки, плача, точно вырвал его из могилы, стал целовать его и благодарить кума за то, что излечил его из могилы. Товарищ брата Ринальдо научил, между тем, служанку не одному, может быть, покаянию, а подарил ей белый нитенный кошелек, поднесенный ему одной монахиней, и сделал ее своей духовной дочерью. Когда он услышал, что святоша кличет у комнаты жены, он тихонько слез и стал так, что мог видеть и слышать все, что там делалось. Увидев, что все обстоит благополучно, он спустился вниз и, войдя в комнату, сказал: «Брат Ринальдо, те 4 молитвы, которые вы мне сказали, я все прочел. У тебя, братец, славная грудь, и ты отлично сделал свое дело», — ответил брат Ринальдо. «Что до меня, то я сказал всего 2, когда пришел кум. Но мы сподобились, как и за твой, так и за мой труд, такой милости, что ребенок выздоровел». Святоша велел подать хороших вин и сластей, участвовал кума и товарищи тем, что в чем они не нуждались более, чем в чем-либо ином. Затем, выйдя с ними вместе из дому, отпустил их с Богом, а восковую фигуру заказал сделать немедленно и послал повесить ее в числе других перед статуей святого Амвросия, только не того, что в Милане.